Привет, ребята. Пожалуйста, представьтесь, как вас зовут? Салам алейкум. Меня Магомед Исаев. Мне 23 года. Мастер спорта по ММА, грэпплинг и тайский бокс. Я пришел, да, в гран-при подраться. Там разницы нету кто. Хоть бороться, хоть стойки. На все готов. Показать хороший бой. Всех приветствую. Ассаламу алейкум. Меня зовут Бакиев Алихан. Являюсь мастером спорта по тайскому боксу, также по ММА. И полностью присоединяюсь к словам Романа, нашего капитана. Все пацаны здесь заряжены, все достойные ребята. И, иншаллах, зажмем этот гран-при. Всем ассаламу алейкум. Я Попов Роман, представитель команды ФС. Выступаю в весовой категории 61 килограмм. По поводу гран-при хочу сказать, все мы заряжены, все готовы. Каждый здесь голоден, каждый хочет показать себя. Соперникам желаю удачи, хорошей подготовки, чтобы все прошло четко, без травм. Мен Кудайберген Исламбек, 66 салмакка чыгам буйруса. Гран-приде өзүмдү көргөзүш жана баякта отурган балдардын баары тең голодный и баары өздөрүн көрсөтүшөт. Всем ассаламу алейкум. Я Канатбек Авдаулет. Представляю команду ФС 77 килограммов. Ребят, скажите, а вы друг друга хорошо знаете? Ну, с братьями так, условно, можно сказать, знаком. Это вот родного цишка, машала. Так что, ну, хорошо с ребятами общаемся, ребята все, ну, здравые, в спорте, давно уже знакомы, поэтому... Следующий вопрос. Кто внимательнее всех слушает тренера на тренировке? Точно не Рома, да, брат? Ну вот, у нас, как я знаю, да, Мага, он строго по... плану работает, то есть максимальные тренерские установки полностью выполняет, поэтому он. Кто занимается в зале дольше всех? Мага, однозначно, да, вот каждый день тренируется. Да, 23 сейчас там посчитать надо. Математика хорошая, пусть считает. Да, где-то 10 лет. У кого больше поклонниц? Ну, это тяжелый вопрос, если честно. У каждого они есть, брат. Поклонниц у нас у Исмы. Он у нас такой, да, пацан? Везде успевает. Кто самый смешной? Рома, однозначно. Потому что он с тыпа. Почему смешной? Потому что тюбский. Не знаю, почему смешной. Хорошее чувство юмора. Да вы просто посмотрите на него. Когда на него смотрите, он смеяться хочется. Кто самый красивый? Конечно же, Алихан. Посмотрите на него. Вот здесь даже девочки, когда были, когда шли, заходили сюда. Там даже девочки на него пялились. Все вместе в зал хотели зайти. Кто самый ленивый? Ленивых нет у нас здесь. Каждый пашет. Здесь каждый оставляет себя до последнего пота. Все пахарики. Кто часто подкалывает других? Каждый по чуть-чуть подкалывает, смотря в каком случае. А так в основном Исма, да, походу? У кого самый хороший вкус в одежде? Слушай, Алихан, походу. Алихан, да. Вы на него посмотрите, он красивый, за ним девочки бегают, он должен соответствовать же. Поэтому стиль такой чисто мужчинский. Кто чаще других попадает в неловкие ситуации? Вот гангстер. Да, Исма. Постоянно. Почему ты, брат, в неловкие ситуации попадаешь? Ну, көптеле катышпайм андай жерлерге. Бирок кейде болуп калат да ошондой неловкий. Өзү келет, ошо өөрөк болуп калам. У кого самый лучший пресс? Пресс, наверное, у него, наверное, бумаги. Заряженный. Рома. Брат, покажи свой пресс. Я смущаюсь. Кто умеет вкусно готовить? Я умею. Мы только вкусно покушать любим. Что готовишь? Все готовлю практически.
хинкал могу приготовить, шашлык там, яичницу, 4 вида, блинчики, в принципе, все, да? Соперники могут скинуться там по чуть-чуть, мы после весогонки питания там продукты купим, вместе покушаем, приготовят. Чисто от души, по-братски. Вместе посидим, покушаем после весогонки, а на следующий день подеремся. Кто ест больше всех? Наш. Ну, посмотрите на Исму. По нему же видно, то, что он любит покушать. Кто самый большой транжир? Транжир Алихан, походу. Да? Кто из нас транжира, брат? Я не знаю. Ты, наверное, брат, письма. Да? Или ты, брат? Кто из нас транжира? Нет таких? Нет из нас транжир. Нет таких. Не транжирим много. А кто из вас больше всего сидит в социальных сетях? Походу, Рома. Рома. От души так, со всеми. Постоянно видео где-то. Кто самый сентиментальный? Ну, типа, чувствительный. Чувствительный, когда мелодраму смотришь, плачешь. Походу, Рома. Я, походу, я аниме смотрю, там, мелодрамы такие нежные. Ребята, у кого из вас самый тяжелый характер? Все мы спокойные. Не, мы все спокойные иногда. До предела. Кто больше других любит быть в центре внимания? Я, наверное, я вот даже сейчас в центре нахожусь. Кто лучше в партере? Мага. Мага? Мага или Исма. Мага. Вот. Ноги люблю ломать, потом руки, удушающие. В принципе, все. Кто лучше в стойке? В стойке, наверное, скорее всего, Алихан. Он более чувствительный. Пошлим пешу на тур. Пошлим пешу нюк, скачок боковой. Не, а так, на самом деле, школа тайского бокса, она дает о себе знать. То есть стойки, руки, ноги, локти, колени. Самые кровожадные части тела, я думаю. Поэтому только так. Следующий вопрос можно. Кто самый стеснительный перед девушками? Мага. Мага. Он красивый и стеснительный, бывает же. Ну, может, он чувствует, как он их завораживает просто. Кто из вас самый щедрый? Я, когда у меня деньги есть. Кто быстрее всех бегает? Рома. Это не Рома, да? Рожденный бегать. Не, брат. В день много пробегаю, километраж большой. Наверное, 12 километров. Да, сюда, за сушником. Кто больше всех читает? Давлет, наверное. Скорее всего, Давлет. Последнее, что я прочитал, это пофигизм, искусство пофигизма. Любимый это этот самый богатый человек в Вавилоне. У кого из вас самый лучший удушающий? Маги. Кто постоянно опаздывает? Кто там опоздал? Я сам. Я. Мага. Всегда и везде я. Просто далеко надо ехать. Ребята, кто из вас самый умный? Таких нету. Мы же бойцы. Все бойцы здесь. Кто больше всех любит поспать? Я. Я с тобой поспорю. А походу все любят? Все, наверное. Кто спать не любит? Правильно. Тренировки и сон – это самое главное оружие бойца, можно сказать. Поэтому поспать мы все любим. Покушать и спать. А кто самый романтичный? Давлет, наверное. А? Да. Книги, если любит читать, значит и романтичный тоже. У кого стальная челюсть? У Исмы, наверное, скорее всего. Потому что он с моим другом дрался из одного турнира. Он ему нормально так напихал, он красавчик. Держалка есть у него. Кто самый старший? Я самый старший.
24. А кто самый молодой? Алихан самый младший, получается. 21 год, молодой, перспективный, бывает же. 19. Вот что, Шумел. Ты, брат, на пальцах считал, сколько лет, что ли? Он толстый штан, а же я не сумею мин бехта. 19. Он толстый, что он да яким бесим, да? 3. Нет, а? Какой он бесит? 17 килограмм, да? Кто лучше всех говорит на английском языке? Походу, Алихан. Алихан, наверное, он во всех языках хорошо разговаривает, когда особенно с девушкой знакомится. Английский никогда не изучал, честно. Ну так бывает иногда. Ребят, а кто из вас самый горячий? Ванда. А что он сказал? Пусть он сказал. Вот сидит мага, самый горячий, заряженный. Когда он проходит, жарко становится. У кого больше всех подписчиков в Инстаграм? Мага. Мага. Маги, вот Магомед сидит у него. Звезда. Сразу вот так. Так. Вот здесь снизу экрана где-нибудь сделайте его аккаунт сразу. Пусть добавляется. Девочки не пишут, оказывается. Нельзя. Как вы думаете, кто из вас самый опасный? Мага, походу, здесь самый на опыте. Мага. Рома. Опасен. О, вырос среди гор, озера, чистый, свежий воздух. Он просто вырос в Усть-Куле. Я знаю усть-кульских ребят. Там очень такие, да? Серьезные ребята. Дышат очень хорошо, дерутся. Таня хорошо задержит. Сегодня не дышали. Кто самый эрудированный? Самый эрудированный, думаю, Давлет. Давлет. Все единогласно на Давлета. Кто самый наглый? Наглый. Нету. Мы все в меру спокойны. Гостеприимный народ. Кто самый ответственный? Я? Все-таки 8 лет в погонах дают о себе знать. А кто из вас танцует лучше всех? Смотря где и как. Я танцевал? Она имеет право. Караджорова билет пойда. Насколько я знаю, лучше всех танцует Рома. Вы можете сказать Рома, я могу вам с архива видео скинуть, и он там зашкаляет. А, все тогда. Давай, Рома. Давай, Рома. Кто самый амбициозный? Больше амбиций у Маги и у Ромы. Амбиции, да, у меня сильные. Я просто хочу, да, заработать очень много денег и раскачивать людям, да, то, что деньги — это не самое главное. Мен бул спортко келгенде эле өзүмдүн кыялым, ой максатым бар болчу буга чейин эле. Мен бул спортко жөн эле келген эмесмин. Мен бул спортко мисалы мен Конорду көрүп келгем, Эмилянканы көрүп келгем, мен да ошолордой болуп мындай Хабиб уже ошолорду көрүп келгем. Мен ошолордой болуп мен дагы UFC'нин чемпиону жана чемпион мира ушундай өзүмдү тарыхта калтырыш керек. Жашоодо өзүм тарыхка калтырып жана башкаларга дагы үлгү болуп өзүмдү көргөзүш үчүн келген бул спортко. Мен жөндөн эле келген эмесмин. Буюрса аягына чыгып анан жыйынтайбыз. Я тоже с детства наблюдал
за Емельяненко, Тайсоном, как они росли. И я хотел бы остаться в этой жизни легендой, не просто звездой, чтобы обо мне говорили, 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 как мы вспоминаем Мухаммеда Али, все его бои. Что еще? Будем тренироваться, будем готовиться. В UFC мне еще не поздно, у меня еще есть время, надеюсь. Так что Dana White, give me контракт. Амбиции у меня тоже хорошие. Я хочу раскачаться, заработать много денег, поднять родителей, чтобы они жили достойно, не отказывали себе ни в чем. Также в планах попасть в UFC в ближайшее время есть в планах. И мы стремимся к этому. 2-3 года, и мы там будем. Dana White, жди. Всем салам алейкум. Ну и по поводу амбиций, планов на будущее, в принципе, все то же самое. Мы залезли в это грязное дело, надо быть здесь номером один, поэтому только пахать, работать, работать над собой, трудиться, и иншаллах это даст свои плоды. Любая лига, абсолютно. Главное, я не знаю, добиться чего-то, поэтому пашем и работаем дальше, иншаллах. Ребята, что вы будете делать с гонораром в случае выигрыша в гран-при на ИЗА? Только с деньгами, в первую очередь, соберемся, отметим это дело, а все остальное потом. Да, как Мага и сказал, большая часть денег пойдет на благотворительность. Я, наверное, скину сначала, а потом, наверное, шаурмышь мне такое. Шаурму буду делать. Шаурму ими, да? Ну, не знаю, на выигрышные деньги посмотрим. Сначала надо их выиграть. А так, думаю, 211-63 АМГИ. Только так. Особо так никого не знаю. Но уверен, что все тоже тренируются, хотят выиграть. Пожелаем им удачи. Хорошо подготовиться. И самое главное, без травм. Вот это самая вот такая вещь, да, когда готовишься к бою. И под конец травмы или еще что-то. Самое главное, без травм. Удачи. Желаю подойти всем к турниру в наилучшей форме. Каждому желаю удачи, каждому желаю победить. И самое главное, без травм. Вот мы и познакомились с нашими ребятами. Команда Future Sport FS. Запомните наши лица, потому что мы вас, иншаллах, удивим. Поэтому газ в пол, поддержите в комментариях полный газ. Дайте шуму, братья. Алга, Кыргызстан! Алга, Кыргызстан!